В разы дешевле и экологичнее. Все больше водителей в республике переводят свои машины на газомоторное топливо. Автомобилисты считают это перспективной альтернативой. Использование газа в десятки раз снижает выброс в атмосферу вредных веществ. Это экологично. Плюс спасает топливную систему от ненужных отложений, уменьшает износ двигателя. Пропан-бутан – это самый альтернативный вид топлива на сегодняшний бензин, взаимозамещение бензина. Он является экологически более чистым топливом. А с экологией, наверное, да, он уступит по своей токсичности, наверное, только водородным двигателям и электродвигателям. Данный газ сгорает полностью, да. При сгорании он выделяет всего воду и углекислый газ, ну и также небольшое количество твердых частиц. Также газ не смывает масляную пленку, которая смазывает элементы движущиеся, да, так скажем, двигателя. Механики уверяют, разговоры об особой опасности использования газового оборудования явно преувеличены. Еще один мощный стимул для перехода – значительная экономия. Стоимость бензина продолжает неустанно расти, при этом газ в 3 раза дешевле. И что самое важное, цена стабильная. Рифат Фаткулин, Игорь Зверев, Республика.